Оу, не надо было копаться в огороде у райдера. Ну и дурь он закопал, башка раскалывается. Где это я? Эй, кто-нибудь, откройте. СиДжей. Что за фигня происходит? Не надо домой. Ха! Где твой дом, сынок? В миллионах световых лет отсюда. Мы не на Земле. Это планета Андериус. Земля прекратила свое существование еще в 2036 году. А выжили те, кто попал под программу биотранса по регенерации. Это твой второй день рождения. Долгая история. Со временем все узнаешь. Хрень собачья. В это трудно поверить, но это так. Успокойся, и мы поговорим. Допустим, я поверил. Но тогда я вам зачем? И кто вы? Это уже ближе к делу. Я мэр Эллен Сити. Это моя правая рука, Зит. Мир людей не идеален даже здесь, на Андериусе. А мы хотим построить идеальное общество. Но всегда есть кое-кто, кто этому мешает. Ты понимаешь, о чем я? Тебе надо заниматься привычным для тебя делом. Помнишь, что ты делал в Сан-Андреасе? А-а-а! Понятно. А мне что с этого? А второго рождения тебе мало? Для начала сойдет. Что я должен делать? Посмотрим, на что ты способен. Иди за мной, не вздумай свалить. Отойдешь от меня более чем на 5 м, и ты труп. Как скажешь. Бля, опять какого-то урода воскресили. Да, лучше Пелвиса. Люблю земную ретро-музыку. Это точно. Дальше пойдешь один. Поднимешься на лифте. Там на парковке найдешь машин. Поедешь по навигатору, найдешь чувака и завалишь его. Оружие в машине. И всего делов. Смотри, чтоб хвоста за тобой не было. Иначе мы тебя не знаем. А что он натворил? Мой тебе совет. Меньше знаешь, лучше спишь. И запомни, мы смотрим за тобой. Не управишься за 3 часа.
Ты труп. Время пошло.